Я сосед. Иди, иди. Руч. На завтрашнем матче мы ожидаем, что от первого он не будет простым. Там мы допустили ошибок много, поэтому такой результат. Завтра настраиваемся только на победу и на тяжелую игру. Соперника разобрали, так что все в наших руках. Посмотри видео, они так же, как и в первой игре, бегут в отрывы хорошо. У них больше индивидуальных действий, так что справишься с этим, я думаю, можно решить исход матча в нашу пользу. Мы отработали еще, закрепили свою защиту, также нападение, и побегали в контратаке, укрепили все, что до этого нарабатывали. Настроение у всех хорошее, так что завтра только настраиваемся на победу. 12 числа приходите на гандбол Россия-Чехия, будем рады вашей поддержке. Ростех открывает дорогу научным прорывам и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос, стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех – партнер в развитии.